Всем привет, с вами Шамиль Ахмадуллин. Скорее всего, я сейчас вас сильно удивлю, но, возможно, плохой почерк вашего ребенка связан с тем, что ребенок попросту очень сильно давит на ручку при письме. И сейчас дам очень простой лайфхак, который поможет решить эту проблему. Решить эту проблему вам поможет простой механический карандаш. Продается в любом канцелярском магазине. Главное, обратите внимание вот на эту надпись. Толщина стержня должна быть 0,5 мм. Не толще и не тоньше. И чем он поможет? Если ребенок будет писать этим пишущим инструментом, то когда ребенок давит слишком сильно, у нас грифель ломается. То есть формируется обратная связь. Ребенок понимает, что слишком сильно давить нельзя, потому что грифель будет ломаться. И пописав по несколько предложений в день в течение пары недель, проблема с сильным нажимом у ребенка решится. Что еще сделать для того, чтобы улучшить почерк вашего ребенка с конкретными приемами и упражнениями, можно узнать вот в этой книжке. Она продается на Wildberries, Озон, Лабиринт и других интернет-магазинах. Ссылка на нее в описании, и есть огромное количество положительных отзывов от довольных родителей.